Татарстан – территория возможностей, и эти возможности сегодня использует Иран. Наряду с нашими бизнесменами предприниматели из Исламской Республики презентуют свои продукты впервые в Казани и уже заключают сделки. Минна, Хатта, Калямтар. Труды малого бизнеса из Ирана первым оценил премьер-министр. Шабадин Вахдат представляет в Казани национальное ремесло украшения каленой меди. В планах у нас, если продажи во время выставки будут хорошие, открыть в Казани фирменный магазин на постоянной основе. И с такими планами в столицу республики приехали представители больше 50 компаний во главе с губернатором провинции Хорасан Резави Али Резай Рашидианом. С ним сегодня провел встречу и Рустам Миниханов. Товарооборот растет достаточно неплохо, но объемы их, цифры не такие большие. Мы должны расти не в полтора раза, а расти в 5-10 раз. То есть товарооборот планируется вывести на уровень свыше 60 миллиардов долларов. На пути к цели – встреча между крупными компаниями на полях форума в формате B2B. Надеемся, что в ходе встреч деловые круги обменяются передовым опытом, обсудят имеющиеся бизнес-возможности, откроют новые направления для взаимодействия. В помощь в развитии сотрудничества придет и футбол. Сборная Ирана на чемпионате мира 2018 один из матчей сыграет в Казани. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.